Вдруг слышит Антоха крики сверху. Люди вопят. Они всегда при виде представителей дельфиньего рода племени эмоции сдержать не могут. А что тут удивительного? Плывет себе дельфиненок и плывет, и не надо его от дел отвлекать. Сказка о маленьком дельфиненке Антохе – настоящая редкость в библиотеках. Первый тираж в несколько тысяч экземпляров раскупили за считанные дни. Эта история пришлась по душе как юным читателям, так и их родителям. В ней Антоха плавает в школу для дельфинят, знакомится с моряками и даже спасает водолазов от неминуемой гибели в штурмующем Черном море. Ценность его книг в том, что они очень добрые и познавательные. И вот сейчас, с наступлением Нового года, конечно, хочется, чтобы каждый прочитал вот эту замечательную книгу, которая сегодня была подарена с помощью депутата Аксенова Алексея. Каждая, даже самая маленькая библиотека, получит эту книгу, и читатели, и взрослые, и дети смогут ее прочитать. Она очень познавательна, очень интересна. 30 книг о приключениях дельфиненка были подарены библиотекам города-курорта. Пока что прочитать увлекательную историю можно только в читальном зале. Совет молодых депутатов оплатил весь тираж. Они впервые работают с библиотекой в подобном формате, но готовы сотрудничать и дальше. Вот в этой библиотеке, я в 6-й школе учился, и сюда ходил. Действительно, читали книжки, и приятно, хорошее дело для нашего муниципалитета, тем более для наших детей, чтобы они правильные книги читали о нашем же муниципалитете и нашего автора. Анапский писатель Сергей Левин – постоянный гость Анапской центральной библиотеки. Сегодня он провел презентацию своей новой книги «Вместе с нами по Кубани», повествующая о поездке целой семьи по Краснодарскому краю. Пока познавательного рассказа нет ни в одной библиотеке города. Книги будут подарены читальному залу в новогодние праздники. Ирина Меркурьева, Ксения Сипко, Роман Беркалиев, Анапа регион.